Да, всем привет, ребята. Это Что ж, шахматный клиник. да, и просто потрясающий эпичный лак. Так, ну, мы, кстати, пришли к выводу, что играя в камбэке, мы набили 2557. Я считаю, это неплохой результат. У нас, по-моему, уже выиграл. Не, ну потому какой, что это за камбэк? Подожди. Почему у тебя в камбэке лучше? Видишь, мы как бы Да, хорошо. расширились Нет, теперь у и... тебя безнадежно, причем так абсолютно, я бы сказал. На слон c4 на слон b4 Да не будет вам b4. Цена d4 зевнул. Ну и ладно. Так, ну вот теперь как бы конь e2 у нас интересно Все, рисует. достаточно. Мне повезло, что это не мат сразу. Хотя, наверное, это он. Нет, нет, ну еще рано, я все считал. А, ну ладно. Тогда ладно. А, король b1. Ладно, ферзей поменяю, это очень плохой редакции для нас. Ну так надо играть, да. Потому что иначе там совсем плохо. Это мне пришло оповещение в скайпе. Ну и как тут как тут какой-то Ферзь c3. Ну и все, погнали. Да уже все, уже гнать тут некуда. Почему? Ну потому что ну, D2 просто. Ну что? А, ну это еще это мат шанс. Слон d3. Без качества поиграем еще. Да, тут еще чуть-чуть У нас теплится. не хватает качества и пешки. Теплится жизнь в этой Вот позиции. это, блин, это даже мы не испортили, это так. Ну да, абсолютно. Вообще шикарно все стоит. Не, зато у нас активный В слон каждой стоит. партии такого в классику бы выручал, если бы можно было. Смотри, какие слоны, ничего Ну, не делаешь. замечательно. Если нам добавить еще ладью просто так сверху, то я согласен. Ну что, надо брать что ли? Брать надо, или же 5 играть. Тут А и что? Ты предлагаешь не защищать пешку на f2 в такой позиции? нужно пользоваться слабостью. Так, зёрнуто. Что у Вот это. ладья висит? Я говорю аккуратно, это будет зёрнуто. Ага. Ты просто любишь не договаривать фразы. Выкрутился. Почему? Надо ладья g1, наверное. Вот тоненько, да, и на основном f2, ладья f1. Да, Класс. да. Потому что на ладья g4, к сожалению, на ладья g4 нельзя играть, потому что на ладья g4 слон f3. Сейчас надо просто ладью сюда выбирать. Ну, ладья, конечно, тупая здесь, вообще бестолковая. Но g3 он не... Так, теперь висит слон на d3. Да еще. Слон b1 предлагаю. Давай. Убийство, по крайней мере, неплохо. Ну, пойди g6, Нет, почему? это надо было, не знаю, надо было, может, уже на g7 брать, потому что здесь слон d4 и все. Ну, нет. Надо было слона этого как-то отдавать уже, и там больше шансов обмануть. Ну что, будем биться до конца? Может, конь f6 идет сюда, нет? Нет, тут конец очень-очень близок. Давай даже 4, давай. Ну а чё тут скажешь? Ну Сдаться да. надо. Иди Он тянуть время. неплох.